Пригородные электрички перешли на зимнее расписание работы. С новым графиком движения можно ознакомиться на станциях, остановочных платформах или в интернете. Пассажирам рекомендуют внимательно изучить расписание на 4, 5 и 6 ноября. Праздники электрички будут ходить по графику выходного дня. Наряду с пригородными электропоездами уже завершили сезонные перевозки садово-дачные автобусы, а месяц назад завершилась навигация на Оби.